Правда ли, что стоматолог может поставить светоотверждаемую пломбу по полису ОМС или за качество нужно будет заплатить? Первый на сегодня вопрос задал Игорь Аркадьев. Нет, эти пломбы у нас в соответствии с программой государственных гарантий устанавливаются бесплатно. Они как раз включены в перечень жизненно необходимых важных лекарственных средств, которые используются при оказании медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Поэтому человек, имея полис на руках, может обратиться в поликлинику стоматологическую для установки пломбы с использованием светоотверждающего материала. Если я куплю контейнеры для сортировки мусора, вывозить его будут на один полигон бытовых отходов или на разные? Спросила Наталья Калинина. Отсортированный мусор не на полигон должен идти, а на переработку. В Чигирях организовали базу, которая соответствует всем нормам Санпин для временного, скажем, хранения этого отсортированного мусора. Как поживает лесной кот Сильвер, который живет в зоопарке на Магистральной, интересуется Ирина Каш. Сильвер поживает замечательно. Он подружился с нашей Дианочкой, которая живет у нас уже очень много лет. И мы надеемся, что февраль-март будет замечательным месяцем для их дружбы. И все это закончится появлением котят. Знакомая рассказала, бабушка, вопреки желанию родителей, покрестила 2-летнего ребенка. Разве священнослужители не должны запросить письменное разрешение родителей перед этим, недоумевает Наталья Барсукова. У нас самое важное – это добровольное согласие, да, родных. То есть мы не знаем, кто это – бабушка, мама. И у нас нет никакой тайной полиции. Мы не прогоняем людей через детектор лжи. Да. То есть мы доверяем людям. Люди пришли, привели своего ребеночка, мы их крестим. Смотрю на ведущих новостей и всегда диву даюсь. Как это они все запоминают? Или им кто-то подсказывает, что говорить? Телевизионная кухня очень интересует Аделину Пивень. Конечно же, нет, никто ничего наизусть не учит. Во всех новостных студиях существует специальная техника, она вот за моей спиной, называется телесуфлер, по которому транслируется текст, который ведущий озвучивает. Но была на моей памяти одна ситуация, когда этот суфлер сломался, и пришлось читать с листа и большую часть текста учить наизусть. Но это было давно.